называется Бертем. Сегодня мы показываем Лавас такой желтый трансформер. Только Темка, он не желтый, по-моему, он коричневый. Да. А чуть-чуть коричневый и золотистый тут показывает. Золотистый, да, черный, да, серебристый даже есть. Да, кажется. Я не помню, как его звали, но давай сначала его откроем. Давай? Давай, откроем. Давай. Посмотрим? Да, посмотрим. Для этого, для детишек от 6 лет. Да, там вот этот динозавр. Да, вот какой-то он, наверное, динозавром становится. Да, кажется. У него такая припина, а похоже, что он... А вот здесь, наверное, написано будет, видишь? Да. Вот, какой-то робот Прайм. Да. А тут еще разные... Вот это-то, как он... Вот этот вот я просил. Другой еще какой-то есть, да? Да, как его звали, я не помню. Ну, не знаю, я тоже что-то не помню, как его звали. Вот. Чуть-чуть папа помог. Вот этот трансформер. Сейчас ну, доставай его. Давай, он что-то чуть-чуть разрушился. Не разрушился, это же бумажка. Ее надо просто убрать. И а вот это его оружие какое-то. Да, вот так. Все, коробка нам не нужна. Да. Давай посмотрим на него. Я думал, что мы его будем собирать. А, ты думал, что это как Лего, надо собирать? Не, трансформеры уже собранные бывают. Их надо просто потом трансформировать. Да, ну только как? А сейчас посмотрим. А вот это же сложно. Нет, сейчас посмотрим. Это так, раз, два и все. Теперь что нам надо делать? Теперь нам его надо трансформировать как-то. Да, как-то. Вот как? Я даже не знаю. Как. Давай сейчас мы его попробуем. Так, значит, уберем вот это сначала. Да. Вот, что-то я не вижу, что-то получилось, но хоть и вижу голову динозавра. Да, Тёма, мы думали, что это какой-то легкий, но это какой-то, на удивление, получился странный, трудный, да, не собирающийся трансформер. Ну, я был прав, а ты нет вообще-то. Да, пока к нам не пришла наша сестричка Лилечка, да, у нас ничего не получилось. Скажи всем привет, Лилик. Привет, привет, скажи. Молодец. Вот. И у нас получился вот такой странный трансформер, да, Тёма? Да, да. Какой-то странный. Ну, не получился. Он и в Африке китайский. Да, кажется. Ну, хоть что-то собралось, вот как-то он похож на этого. Да, чуть похож. Ну, хоть голова динозавра. А ну. А ну посмотрим, похож на динозавра. Ну там не было никакой инструкции. Никакой инструкции не было, да? Да, а мы только так с какую-то чукобабу собрали. Чукобабу какую-то? Да, что-то чукобабу. Что, Лиля? Он был такой странный, ну ничего. Мне хоть чуть-чуть полаялось уже, да? Да, строили мы, строили, наконец построили. Да. Все-таки тоже интересный какой-то трансформер, динозаврик, да, робот. Да, ничего. Да? Да. Ну, с вами был Супер Тёма, подписывайтесь на мой канал, ставьте много лайков и всем пока!